Добрый день, почитатели, подписчики, критики канала Кох и профессора. Сегодня вот решил выйти в такой вот эфир, да, поговорить, ну, поскольку наш канал, да, имеет отношение к изучению, да, к ну, испытывает такое пристальное внимание к тюркским народам, то, конечно, мы не можем не сказать об этом событии, да, вот о страшном землетрясении магнитудой 7,5-7,8 баллов, да, которое произошло 8 февраля этого года в Турции и Сирии. Ну и вот в результате, вот на сегодняшний день пострадало, или я так вот понимаю, ну вот согласно данным издания Guardian, погибло 23 700 человек. Да? Многие вот, и сейчас остаются под страшнейшими завалами. Да, вот температура в регионе остается близкой к нулю. Многим людям негде где жить. Да, вот, вот в район бедствия направлены в том числе и спасатели из Украины. Ну вот, учитывая то, что мы знакомимся с данным регионом, да, вот мы проникли или пытаемся проникнуть в его глубинную цивилизационную сущность тюркских народов, мы, конечно, не можем не высказать свои соболезнования, да, вот даже, ну, вот эта боль, она нами чувствуется. Даже учитывая тот факт, что Украина вот продолжает вести свою кровопролитную войну, да, и тут вот тысячи и миллионы трагедий, ну, даже на этом фоне мы вот чувствуем боль нашего друга Турции, которая во многих вопросах, да, мы вот всегда, Украина чувствовала вот эту вот турецкую поддержку, да, и сегодня там вот такое вот страшное горе. Ну вот канал Кохви профессора в моем лице вот хочет выразить глубочайшую такую вот соболезнование всем тем родственникам и погибшим, да, вот, да, мы понимаем вашу боль, мы разделяем вашу боль. Надеюсь, что мы будем справляться с этой болью вместе, мы со своей, вы со своей, да, и я уверен, что в будущем мы преодолеем вот эту вот щемящую тоску и грусть. И нас ждут более стабильные и хорошие времена. Ну, вот такой мой небольшой спич. Спасибо за внимание. Еще раз примите турецкие и тюркские друзья наши соболезнования. Ваш Кохве профессор. Спасибо.